Добрый день. Я поздравляю всех, кто выиграл сегодня уже по билетам и кто еще выиграет. Когда я готовился к выступлению, я взял с книжной полки замечательную книжку Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти». Вы все ее знаете. И открыл и не мог оторваться, потому что с первых же строк, когда появляется фраза «Папа, у тебя брюки нахмурились», до фразы «Я не тебе плачу, я тете Симе плачу». И вот перелистывая каждую страницу, там видишь это восхищение ребенком, удивление его возможностям, радости от встречи с его творчеством и самостоятельностью. Вот я сказал слово «самостоятельность» не случайно, потому что я вспоминаю наш очень такой длинный разговор с Василием Васильевичем Давыдовым, когда мы обсуждали вот проблему воспитания, развития. Он мне сказал так, что вообще-то три ключевых качества есть. Это инициативность, самостоятельность и ответственность. Вот эти три качества, они являются ключевыми для воспитания личности и субъекта деятельности. Слово «деятельность» он очень любил, придерживался этого, считал учебную деятельность ключевым моментом, цементирующим моментом образования школьного. Ну вот, обсуждая эти вопросы, понимаешь, что одно дело – это концентрация на самом ребенке, на его потенциях, на его возможностях, а с другой стороны понимаешь, что вот это пространство развития, оно создается взрослыми. И без них, без их участия, с ребенком мало что может произойти. Это то, что Лев Семенович Выготский и называл зоной ближайшего развития, когда взрослые актуализируют личностный потенциал ребенка. Это, мне кажется, очень важно. И поэтому я думаю, что одна из задач, которая стоит перед системой дошкольного воспитания, это задача понимания того, что происходит с ребенком в семье, и то, какие вызовы семейного воспитания должна взять на себя школа, как тот социальный общественный институт, который в сегодняшних быстро меняющихся условиях позволяет дать ребенку, вот создать для ребенка те возможности, которые у него часто не возникают. Поэтому мой доклад будет в основном строиться и сориентирован на социологических исследованиях, на материалах социологических исследований, которые, значит, связаны с изучением родителей, то, как они видят своего ребенка, как они относятся к системе дошкольного воспитания. Вот возьмем первый рисунок, это лонгитюдное такое, не лонгитюдное, а срезовое исследование за 10 лет, с 7 по 1997 по 2007 год, где исследованы ценностные ориентации родителей, как они меняются. Вот здесь на этом рисунке есть замужние матери, незамужние матери, отцы. И вот в этих координатах заданы их основные ценностные, как бы, ориентиры. Это родительская позиция, профессиональная позиция, материальные ценности и супружеские ценности. Обратите внимание, вот этот тренд, который ясно виден, когда мы берем замужних матерей, как сдвигаются их ценностные ориентации из той зоны, которая была в 1997 году, а там ценности были супружеские ценности и родительские, они доминировали у родителей детей и дошкольников. Вот за 10 лет они резко сдвинулись в сторону профессиональной позиции. Вот этот, мне кажется, и аутсов, естественно, еще сильнее они ушли в профессиональные ценности и в материальные ценности. Мне кажется, вот эта тенденция, она очень важна, поскольку она фиксирует тот ценностный сдвиг, который связан с позициями маленьких детей, родителей маленьких детей в их вообще жизненной ориентации. Значит, отсюда следует, вот если мы учтем этот сдвиг, отсюда следует, что снижение значимости родительской позиции, она явно снизилась, как ценностная. Отсюда следует, что система дошкольного воспитания оказывается перед очень серьезным вызовом, когда она должна выступить еще как определенный институт, поддерживающий семью вот в удержании этой ценности родительства и ценности родительства как работы с ребенком. Обратите внимание, что с незамужними матерями там никаких существенных сдвигов не произошло. Они, как и занимались, как ценностно значимо для них были материальные ценности, так и родительские в течение всего этого периода, который я рассматривал. Это важно, потому что матери незамужние матери в ценностном плане существенно отличаются от замужних матерей. И в этом возникает еще одна серьезная задача, связанная с работой детского сада, с особым типом семей, которые воспитывают ребенка, когда ребенок воспитывается вне полной семьи. Там другая, в принципе, ценностная атмосфера и другие ценностные ориентации. Мать держит, безусловно, родительскую позицию, незамужняя мать, но она еще в значительной степени связана на культивацию вот этих материальных ценностей, и которые являются очень важными. Следующий слайд. Теперь вот я хочу обратить ваше внимание на такой сюжет, который касается родительских стратегий воспитания. Под родительской стратегией воспитания я понимаю три аспекта. Первый аспект – это цели воспитания, целевые установки. Вот они здесь, кстати, отображены. Что родители хотят воспитать в ребенке? Видите, доминирует доброта, отзывчивость, волевые качества, уважение к старшим и дальше по нисходящей. Причем есть заметные различия в этих установках между родителями, отцами и матерями. Второй сюжет, который вот важен, это стили отношения с ребенком. Мы будем их просто называть так упрощенно: авторитарный стиль и демократический, поддерживающий. Здесь эти стили, связанные с поддержанием активности ребенка и авторитарным подходом к нему, они заметно отличаются, но что важно, что они ориентируют и целевые установки. Вот обратите внимание, что те, кто придерживается из родителей жестких стратегий, они в своих ориентациях по целям воспитания ориентированы на формирование у ребенка способностью приспосабливаться к любой обстановке. То есть вот авторитарная стратегия воспитания ребенка в качестве цели воспитания существенно чаще здесь доминирует вот эта цель социальной адаптации. Напротив, вот родители, которые придерживаются мягких стратегий, они стремятся воспитать волевые качества чаще и стремление к саморазвитию ребенка с отношением к развитию своих собственных способностей. Это тоже, мне кажется, очень важный момент для педагога – почувствовать вот ту атмосферу и стиль воспитания, который происходит в семье, с тем, чтобы восполнить недостатки и преимущества той или иной модели, с тем, чтобы понять, что из окружающих ребенка воздействий со стороны взрослых людей может стать важным моментом, который компенсирует воспитатель детского сада и сам детский сад как образовательное учреждение. Итак, вот этот тезис мне представляется важным, что стилевые отношения с ребенком имеют важное значение для тех целей, которые родители преследуют по его воспитанию. Фаза контроля. Значит, вот есть, если говорить о стратегии, как я сказал, это цели, стили и способы контроля поведения ребенка. По сути дела, я здесь повторяю известные идеи Петра Яковлевича Гальперина об ориентировочно-планирующей фазе, фазе исполнения и фазе контроля. Контроль можно рассматривать по-разному. Это и система наказаний, и система поощрений, но важным контролирующим моментом еще является самочувствие самого взрослого, то есть важность тех или иных эмоциональных состояний, которые у него возникают в связи с общением со своим ребенком. Вот здесь в таблице представлены разные варианты ответа. Вот меня интересует вот эта позитивная реакция. Ощущаю себя счастливым человеком. Обратите внимание, как меняется с возрастом значимость вот этого ответа. Ощущаю себя счастливым человеком по мере взросления ребенка снижается вот это позитивное эмоциональное ощущение от взаимодействия с ним. Мне кажется, это тоже очень важный сигнал для системы дошкольного воспитания, поскольку она должна ориентироваться и корректировать не только цели воспитания, которые преследуют родители, не только стили отношений с ребенком, которые складываются в семье, но и система того эмоционального фона, который возникает у родителей в общении со своим ребенком. Что же он мне нажал? Так. Вот. И вот это рисунок, который мне кажется очень важным, я его очень люблю демонстрировать, он как бы обобщает много разных данных, агрегирует их, где есть учет и целевых ориентаций, и стилевых, и контролирующих, вот по двум таким координатам. Вот, значит, одна координата – это ориентация на внутренний мир ребенка в оппозиции к прагматической ориентации. И форма когнитивного контроля, которая доминирует, и эмоциональная включенность в жизнь ребенка, эмоциональное взаимодействие с ним. Вот здесь, на этом рисунке, в системе этих координат представлены позиции замужних матерей девочек, замужних матерей мальчиков, отцов девочек, отцов мальчиков и незамужних матерей девочек и незамужних матерей мальчиков. Чем интересен этот рисунок? Смотрите, в полной семье мать и отец занимают практически в системе взаимоотношений с ребенком противоположные позиции. Мать сориентирована на эмоциональную включенность и на ориентацию на внутренний мир ребенка в большей степени. Отец сориентирован на когнитивные модели контроля и на прагматические ориентации, формированию у ребенка прагматических знаний, там, навыков и умений. Если мы рассмотрим эти две противоположные модели, то мы можем сказать себе, простите, но это принцип дополнительности. Мать, как бы роли разделены, мать удерживает одну систему воспитания, систему целевую, отец другую, и они взаимно дополняют другую. Это, ну, признак, вот принцип такой взаимной дополнительности. Иная ситуация у незамужних матерей, мальчиков и девочек. Они лежат в зоне их стиля взаимодействия и стратегии взаимодействия, вернее, связаны с прагматическими ориентациями и с эмоциональной включенностью. Значит, здесь деформирована и материнская позиция, собственно, и нет замещения отцовской позиции. Вот в этом отношении, когда мы сталкиваемся с проблемами образования, образовательных программ и так далее в системе дошкольного воспитания, мне, во всяком случае, не приходилось читать особых педагогических разработок, которые касаются воспитания ребенка в полной и неполной семье, и что в этой связи, какие стратегии должен выбирать детский сад и куда он должен ориентироваться. Понятно, каждый индивидуальный случай свой, специальный, но все-таки вот это глобальное такое разделение, полная семья и неполная, мы говорим о том, что у нас значительное число детей дошкольного возраста воспитывается в неполных семьях. Мы установили этот факт, но что за этим следует? Что мы должны, какой следующий, не только экономический, но, собственно, педагогический ответ на этот вызов система дошкольного воспитания, как система общественного воспитания, должна предоставить. Вот это, мне кажется, очень важная проблема, которую я хотел бы, чтобы она как бы получила свое дальнейшее какое-то продолжение в разработках, программах, в этих способах организации жизни детей с учетом своеобразия, особенностей воспитания ребенка в семье. Сейчас, извините. Вот это... организация досуга ребенка-дошкольника. Это здесь ответы на вопрос, чем вы предпочитаете заниматься с ребенком в свое свободное время. Ну, эта иерархия сама по себе очень важна. Это чтение книг, совместная игра, прогулки и так далее. Вот по иерархии. Понятно, что здесь есть различия в организации досуга, когда отвечают отцы и матери. Там матери больше отмечают чтение книг, отцы, естественно, просмотр телевидения, компьютера и так далее. Это очевидно. Но есть и другой момент. Вот, если вы помните, я вам приводил уже график «Ощущаю себя счастливым человеком». Вот это синее, вот это линия падения с возрастом от 1,5-3 лет к 5-7 годам. Но заметьте, как с возрастом параллельно падает и чтение книг совместное, и совместная игра с ребенком. То есть, с моей точки зрения, это совершенно очевидный результат и вывод, что ослабление совместных форм взаимодействия родителей с ребенком снижает вот это позитивное самоощущение от своего собственного ребенка. Значит, отсюда возникает проблема детского сада. Как организовать? Ведь в этом смысл огромный. Позитивное переживание взрослого от своего ребенка и от контакта с ним. Когда Корней Иванович Чуковский слышит, что ребенок сказал, брюки нахмурились, он испытывает счастье, он испытывает восторг от того, как девочка, увидев пароход на рейде, говорит, мама, смотри, паровозик купается. Он испытывает от этого счастье и наслаждение при общении с ребенком. Значит, вот именно эти совместные формы взаимодействия ребенка и взрослого, которые с возрастом ребенка все менее активными становятся в семье, детский сад должен компенсировать не только в стенах детского сада, организации жизни ребенка в детском саду, но, безусловно, привлекая родителей к этому взаимодействию и включая их вот в разнообразие этих форм совместных действий родителей и детей. Следующий сюжет уже, значит, в некоторых докладах это закладывалось, это практически последний сюжет, который я хотел затронуть, это проблема оценки деятельности детского сада родителями. Вот санитарно-гигиенические условия, качество работы педагогов, качество питания, качество медицинских услуг, материальная оснащенность. Вы видите, что те или иные оценки, более или менее значимость, это по пятибалльной системе, на большой, чем выборке родителей, сделано. Но что здесь важно? Здесь важно сравнение малообеспеченных и высокообеспеченных родителей. И здесь для меня возникает серьезный социальный и социологический аспект, который происходит. Обратите внимание, что высокообеспеченные родители гораздо более удовлетворены всеми условиями воспитания ребенка в детском саду. И санитарно-гигиеническими условиями, и работой педагогов, и качеством питания, медицинские услуги и так далее. Мы опрашивали не частные детские сады, а государственные. Значит, для меня, как для социолога, отсюда следует серьезнейший вывод, который связан с неравенством доступа к качественному образованию детей из разных социальных страт. Обратите внимание, что слабые социальные группы фиксируют, что условия воспитания их ребенка в детском саду существенно ниже, чем на это указывают высокообеспеченные. Значит, в нашей политике, в организации системы дошкольного воспитания, государственной, существуют определенные механизмы, блокирующие доступ к качественным образовательным услугам детей из слабых социальных групп. И это тот мощный социальный вызов, который сегодня существует для системы и для политики в отношении системы дошкольного воспитания. Выравнивание этих социальных возможностей. Вот этот график понятный, это вполне удовлетворены родители качеством занятий, с возрастом все больше они удовлетворены, это явно позитивная тенденция, но все-таки вот здесь уже по видам, значит, эстетическое развитие, физическая культура, формирование представления, отношения к природе, конструирование, развитие речи и так далее. Вот вы видите, как снижается оценка различных видов развития ребенка и удовлетворенности детским садом в этом отношении. Но что здесь важно? Это Опять вот это неравенство. Недостаточно обеспеченные и среднеобеспеченные. Среднеобеспеченные родители удовлетворены по сравнению с недостаточно обеспеченными, опять же, не только, как я выше показывал, условиями, но и содержанием образования. Это вот вся та же тема неравенства, которой, мне кажется, сегодня государство много делает для развития системы дошкольного воспитания, но я бы поставил специальный акцент на существовании неравенства на этапе уже дошкольного возраста. Вообще проблема социальной дифференциации, о которой мы все говорим, знаем и так далее, мы серьезно, как мне кажется, ее не обсуждаем применительно к дошкольному детству. Выравнивание возможностей по предоставлению качественных образовательных услуг в системе дошкольного воспитания. Вот практически последняя таблица, и она, мне кажется, тоже очень важная. Вот здесь удовлетворенность разными, значит, моментами воспитания ребенка, но здесь сравнение малообеспеченных, высокообеспеченных, вот первые две колонки, а потом со средним образованием и с высшим образованием. Смотрите, здесь две совершенно разных тенденции возникают. Вот материальное положение, оно как бы дифференцирует, что чем выше материальное положение, тем выше удовлетворенность вот этим качеством развития ребенка в детском саду. Но если мы берем родителей с высшим образованием и со средним, то мы видим обратную картину. Чем выше образование, тем меньше удовлетворенность качеством развития ребенка в системе дошкольного воспитания. Два как бы разных конфликта. Один связан с материальным благополучием и неблагополучием, другой с уровнем образования. И в этом отношении, конечно, необходимо учитывать вот это давление разных социальных групп на систему дошкольного образования. Собственно, она и является мотором, который обеспечивает развитие дифференциации системы дошкольного воспитания. Вот это требование, идущее от более образованных социальных групп к дошкольному развитию ребенка, мне кажется, очень важно в организации не только выстраивания этих типов новых образовательных учреждений, но в учете этого момента как некоторые зоны. Вот вы говорили там, мы обсуждали цифровую ситуацию и так далее, очень важные моменты, связанные с социокультурными моментами. Но очень важно еще вот это требование социальных слоев и социальных групп как факторов развития системы дошкольного воспитания. Она живет не сама по себе, а она живет именно в теснейшем взаимодействии с семьей и социальным окружением. Я думаю так, что вообще именно эта линия, связанная с размыканием детского сада и выходом его на потребности социальной семьи, является принципиально важной координатой развития самой системы. Она является принципиально важной. И именно в ней лежит залог развития и форм деятельности с ребенком, с привлечением родителей. Это тот педагогический потенциал, потенциал семьи является очень важным педагогическим потенциалом организации жизни ребенка в детском саду. И вместе с тем мы видим другую тенденцию, которая закрывает стены детского сада от присутствия там родителей, взрослых, она все больше начинает контролироваться, но этот контроль идет с отсутствием вот этой важнейшей линии включения родителей в жизнь детского сада, включение их в жизнь этого детского сада. Если они не научатся включаться в жизнь детского сада как первой ступени образования, то дальше они не станут и участвовать в жизни школы. И тогда все наши разговоры об общественно-государственном характере нашего образования, что это не узковедомственный процесс, а процесс, понимаемый в широком смысле, как это общественно-государственная система. Вот мне кажется, это фундаментальный момент. И в завершении, значит, несколько таких слов. Значит, вот тут есть одна книжка, называется «Воспитатель детского сада», которую я написал со своими сотрудниками. Вообще здесь вот работы, где у нас публиковались эти вещи по социологии дошкольного детства. А эта книга «Воспитатель детского сада» вышла довольно давно, в конце 90-х. Должен сказать, что вообще серьезных исследований, массовых, крупных, с серьезной постановкой вопроса о воспитателе детского сада как особой социально-профессиональной группы со всеми проблемами удовлетворенности своей работой, профессиональной подготовкой, переподготовкой, взаимоотношений со семьей, трудностями в жизни, их очень немного. И мне кажется, вот особой задачей нашего форума было бы как бы фиксация необходимости разворачивания исследований по изучению и мониторингу воспитателей детского сада как особой социально-профессиональной группы, относительно которой должна проводиться особая целевая государственная политика. Спасибо.